Некоторые люди думают, что работа программиста – это легко и просто. Сел, понажимал на кнопки, понажимал дальше, продолжил нажимать в течение целого дня, и все. Но это не так. Некоторые думают, да вот есть же работы, ты попробуй нормальные, тяжелые работы, ты попробуй там. Потягаешь что-нибудь целый день тяжелое, посиди целый день в машине, в грузовике, в тракторе. В общем, ребятушки, пришло время показать, как проходит обычный рабочий день рядового программиста на удаленке. Заварите себе чайку и начинаем смотреть. Первым делом надо сделать зарядку. Когда проснулся, надо обязательно встал, умылся и пошел делать зарядку. Зарядка – это очень важное дело, я вам скажу. От этого зависит, сколько у вас энергии будет, да? И как успешно вы сможете выполнять свои ежедневные задачи. Поэтому проснулся, умылся, сделал зарядку. Ну, а дальше увидите сами. Как раньше просыпаться? Нужно раньше ложиться. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. А зарядка заряжает. Реально. Какой же должен быть завтрак? Ну, завтрак должен быть полезным. То есть, ничего жареного, там, мяса и прочего, это не надо. Тем более на завтрак. Для этого есть каши. Дешево и сердито. И очень полезно. В кашах очень много витаминов. А витамины нужны, сами знаете, для чего. Поэтому у меня, например, есть вот такая каша. Вот такая каша. Есть еще вот такая каша. Ну, конечно же, вот такая каша. Канадская. Чечевица. Вот это вот есть. Ну и как же без этого? Поэтому завтрак очень важен. Он дает энергию на весь день. То есть завтракать нужно очень плотно, хорошо так. И лучше всего для этого каша. Поэтому после зарядки идем на кухню и готовим завтрак. Thank you.
Так, так. Получена задача разобраться, как сложно или легко будет написать, создать приложение с использованием Python и QML. Так, задача интересная. Нужно за сегодня это дело исследовать. Угу. Хорошо. Сейчас мы к ней приступим. Задача сложная, но нет нерешенных, невозможных задач для программиста. Но первым делом, конечно же, надо всегда быть в курсе. В курсе чего? В курсе IT-событий. Нужно быть в тренде, нужно следить за технологиями и за всем остальным. Поэтому перед началом рабочего дня, чтобы, так сказать, настроиться, можно немного почитать о новостях в мире IT. Так, время-то уже не детское. 10:49 утра. Угу. Так, ну что... Минут 15 пробегусь по новостям, новости, ИТ, и приступлю к работе. Так, главные новостные технологии. Вот это то, что надо. Все самое интересное из мира IT-индустрии. Итак, погнали. Обычно на чтение новостей я трачу 10-15 минут с утра, а дальше концентрируюсь на задаче. Так, поехали. Так, Почта России утвердила дочку для обслуживания IT-инфраструктуры. А, это уже интересно. Это может показаться мелочью, но на самом деле это очень важно. Так, блин, ё-моё, уже пол первого. Так, всё. Чё-то я немного зачитался. Так, ещё немного... Почитаю и приступим к выполнению задачи. Так, значит, надо QT плюс, то есть Python плюс QML. Ну, я думаю, задача не очень сложная. Так, с чего приступить? Первое дело, надо уметь пользоваться информацией, искать ее и находить. Ну, редактор я запустил. Что дальше? А ну-ка, как написать программу на Qt и Python? Так, как в Python писать программу с ух ты, изучение Qt 5. Так, как написать программу? Создаем приложение. Ну, сейчас быстренько посмотрим пару ссылок. И я думаю, разберемся. Ты выпил C2H5OH, сел на Ниву, Рассельмаш на DT-DOM 500, T150. Так, судя по всему, ничего сложного быть не должно. Вроде бы понятно, как сделать. Так, ну вроде все прочитал. В принципе, здесь немного было. Вот, вроде бы все понятно. Так, ага. Ого, итого уже 2:30. Куда это? Как время быстро спешит. Спешит, летит. Уже заговариваюсь. Thank you.
После многих часов тяжелой и упорной работы задача, можно сказать, была решена. Теперь осталось отписать заказчику, моему работодателю, что я выполнил задачу. В целом, за несколько часов, я думаю, вы видели, довольно тяжелая была работа, было создано приложение, пользовательское приложение, с кнопочками, с окошками, то есть можно кликать там, выполнять какие-то действия. И самое главное, было создано на неизвестной до этого мне технологии. То есть я пользовался документацией, QT-шной документацией, читал техническую эту документацию, да. То есть это не просто так, как многим кажется. Взял в интернете, набрал, как создать приложение, и вот оно создалось. Нет. Это довольно сложно, нужно перечитать, нужно было читать на английском технический текст, пользоваться абсолютно неизвестными, скажем так, библиотеками, технологиями, вот. Но задача решена. Решена, мы не зря едим свой хлеб, то есть мы умеем пользоваться документацией, вот, есть у нас, например, какая-то программа, и там какая-то документация. Вот мы ей умеем пользоваться. Все. То есть мы можем даже без интернета спокойно взять любую новую технологию, взять справочник и решить задачу. После такой тяжелой работы, конечно же, нужно делать перерывы. Потому что уже практически рабочий день скоро подойдет к концу, соответственно, нужно составить нормальный отчет о проделанной работе. В конце каждого дня нужно делать этот отчет. Вот. Это признак профессионализма. Вот. Нужно подробно все расписать, что было достигнуто за день. Ну, а пока можно перед тем, как это все делать, просто отвлечься, сделать перерыв, заварить себе чай. Можно взять, я рекомендую взять книгу какую-то, почитать ее. То есть лучший отдых – это просто смена обстановки. То есть можно выйти, если вы в частном доме живете, выйти, выкопать картошку, посадить картошку, опять выкопать. Ну, разные можно действия сделать. То есть это, чтобы голова отдохнула. Можно взять книгу, тоже очень хорошую. Вот я как раз, у меня есть книга. Вот, эта книга как раз подойдет. Programming Language C++. Бьян Страуструп. Очень хорошая книга. Так как я только что занимался абсолютно неизвестной мне технологией, это Python, это QML, то я сейчас немного почитаю о языке C++. Наверное. Что ж, время перерыва. Так, танки. Вечереет.
Немного отвлекся я. В общем, время дать результат, ответить заказчику. Вот. Ну, итог какой? Можно сделать приложение с кнопочками, с окошечками. Можно даже сделать с окошечком ввода, чтобы там можно было что-то вводить. Вот. Но на это надо потратить на исследование предмета области еще хотя бы дня три. Вот. То есть технологии доступны. Нельзя сказать, что они простые, но они доступны. Соответственно, целый день я провел с утра и вот до позднего вечера. Да, немного переработал, но меня зацепило это все. Я работал с интересом. В общем, можно. Все можно сделать. То есть моя квалификация позволяет ознакомиться с технологией. То есть, если нужно будет, то для подготовки мне нужно будет около недели, 2 недель. А дальше спокойно можно начинать создавать простенькие пользовательские приложения. Так и напишем. Ну а теперь самое главное. Ты посмотрел это видео, и теперь, да, может быть, ты сталкивался уже с тем, может быть, видел такие сообщения. Мол, перешли 5 друзьям или 10 друзьям это сообщение, и у тебя все будет хорошо. Так вот, сделай ролик о своем рабочем дне. Все равно, какая это профессия, вообще без разницы, это будет очень интересно. Поэтому я бросаю вызов тебе. Да-да-да, тебе. Если ты не сделаешь, то, ну, сорян. Извините, у меня иногда английские слова проскакивают. Да, потому что мы много читаем английскую документацию, и бывает, уже начинаешь думать на английском. Поэтому сорян, если такое будет. Так вот, сделай ролик о том, как ты проводишь свой рабочий день. Возможно, свой выходной день, возможно, еще что-то. Но, скажем так, это будет a day from my life. Вот, будет такой хэштег. Как там еще это было модно? Челлендж. Вот, челлендж. Новый вызов, новый челлендж. Сделай ролик, оставь комментарий к этому видео, а я буду ваши ролики добавлять в описание к этому видео, которое ты смотришь. Ну а на сегодня все. Подписывайся на 3 каналах. YouTube, Рютюб, сорян, и Яндекс.Дзен. Вроде все. Лайки, подписки, комментарии тоже очень важны. Ну все, друг, жду твоих видео. Пока.